Походу, у Твича нет эмоутов с оружием, каким бы то ни было. Что, впрочем, неудивительно, учитывая их правила. Здрасте, здрасте. В общем, да, Fear 2. Я решил, что размениваться мы не будем. Добьем Fear серию, потому что третья часть — это не Fear, это оно. Ну, вот так вот, да. Придется, придется. Причем, есть еще варик такой. Ну, как варик? Следующий стрим — воскресенье, а это, как известно, день как кого-то там. Может быть, на следующий стрим что-нибудь военное запилить, ну, эдакое из ряда вон, а потом на следующем, после воскресенья, добить уже Fear. Либо быстрее добить Fear и перекатываться во что-то другое. Ну и, соответственно, голосовать, новый завозить. Код 2. Ну, можно, в принципе. Компания, ты имеешь в виду? 13? Был уже 13. Так-то. Если ты об игре. Вообще, я планировал гипотетически поиграть в это, в ремастер 13, но так и неизвестно, когда он выйдет, так что... Мех. А 13, да, был. В общем, еще подумаем, может быть, какие-то мысли созреют в процессе стрема. А пока Fear 2. В общем... Насколько я помню, ну, наверное, объяснят, но вроде бы это параллельно сюжету первой части, потому что я пытался, честно, я пытался на прошлом стриме поиграть в дополнение к первой части, но это такая херота просто абсурдная, что я не выдержал и бросил. Я подозреваю, что Persis Mandat, во-первых, называется очень спорно, да, а во-вторых, не очень хорош. Сам по себе, потому что... Что? Потому что Вивенди, если не ошибаюсь. Что, кстати, тоже достаточно показательно. Такие дела. Так, ну чё, поехали. У меня тут уже вроде все было заведено. Я надеюсь, оно не опять не лагает, не багает, ничего, все нормально. Да, меню работает. Самое главное. Так. Только вопрос на миллион. Сложность — боец, ветеран. Это, типа, последний? Они во второй части решили... Компании две, что ли, есть? А, нет. Это для модов, наверное. Так, ну... Я думаю, не будем изменять себе. Мы первую часть прошли на ветеране. И вторая, мне кажется, не сложнее будет в этом плане. Так что... Так, так, стоп. Секундочку. Все проверить, чтобы дропов не было. Не было, не было дропов. Ну, поехали. Fear 2. По-моему, одна из последних игр уже тех самых людей. И даже уже в таком исполнении была своеобразной. Перебросили с текущего задания на поддержку группе Дельта, выполняющей миссию в промышленной зоне Оберна. Ваша задача — войти в дом Женевьевы Аристидес корпорации Armachem Technology и произвести ее предупредительный арест. В голову, наверное. Она сообщит вам точку назначения. Ну, поехали. Ух, ё, а чё, куда? Раскладка-то, алё. Это чё, чё вылезло-то? А... Почему... Почему у меня вылезает... Ну, давай хоть что-нибудь. Короче, я нажимаю на пробел, и вылезает панелька языка сбоку. А, ну мы это задоджили. Да, первый эфир в шапке. Соглы. Сейчас сменим. Косяк. Ча. Я, видимо, забыл. Да я еще название не сменил. Ну, плохо быть мной. Категория. Да что такое? Это как будто кнопка где-то запала. Какого хрена-то? О, боже ж ты мой. Ну-ка. Во, вот так. Нет. У меня подкрывается какие-то... Что происходит? А, кажется, знаю. Бля. Я ничего не хочу сказать, но... Боже ж ты мой. Ща. Гасим Fear, походу, он выносит...
Разброд и шата. Нет. Так, а есть как бы умельцы, которые могут определить суть проблемы? Я же ничего не зажал вроде. Нет, все кнопки. Короче, я не могу ничего с клавиатуры сделать. Я на любую кнопку нажимаю, он открывает все что угодно, кроме нужного мне. То есть, как будто хоткеи исключительно работают, а не то, что вот это вот все. Чё за херня? Как это могло случиться? Дадово, дадово. Настроил, да, настроил на свою голову. Блин, а в чем проблема-то? Ща, секу. Секу, секу, секу. Так, сейчас вернем пока вот это вот добро. Ну, ни дня без приключений, поэтому о чем речь? Так. Вроде что-то происходит. Нет. Да какого хрена-то? Сейчас будем радикальными методами работать. Я пытаюсь нащупать клавиатуру просто. Что из этого? Она. Нашел, кажись. Главное лишнее ничего не выдернуть, чтобы вообще не было грустно. Так, это была она. О, великолепие. Ну, как обычно у нас настройки. Да господи, чё за херня-то? Просто клавиатура не реагирует на буковки. Как бы это странно ни звучало, она открывает все, что за ход Кейна страдает. Да я еще играть начал, уже страдания пошли. Как это? Это правосудие. Верни все, как было, пожалуйста. Я не готов к такому правосудию. Ладно, сейчас будем гуглить в прямом эфире. Так, настройки переключения языков. Вроде как нам рекомендуют. И мы не можем с ним не согласиться. Так, и чё тут? Языки предпочитаемые. Аппаратная клавиатура. Блин, ну это абсурд какой-то.
Я просто первый раз такое вижу. То есть нельзя сказать, что клавиатура, например, не работает. Клавиатура работает, но как будто какая-то кнопка зажата. При этом никаких кнопок не зажато. И самое интересное, я проверял до стрима, и все было отлично. Покайся, я давно покаялся. А, во, я нашел обуз. Не, я не нашел обуз. Какая же мерзкая ситуация, хочется сказать мне. Но я не буду этого делать. Сейчас надо все вернуть. Да, они только шифтом работают, короче, как я понимаю. Ладно, попробуем так. Название стрима я тогда менять не буду по понятным причинам. Ибо не по-православному. Так, наверное, попробую более радикальный способ. Короче, если вы все-таки горите желанием посмотреть на эфир, то не расходитесь, я ребутну комп, потому что у меня других идей нет. И вернусь. Все, не теряйте.